Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем Base One. Продолжаем развивать несчастную базу на задворках вселенной. Так, ресерч у нас. Ресерч. Ну, это задание систематизации данных и учит. Понятное дело, что когда-нибудь. Так, что у нас тут идет? Нам нужно медблок. А, пятнарик стоит, пятнарика пока нету. Все, вспомнил. Вспомнил, что, как работает. Давайте чуть ускорим, потому что строить мы пока ничего не можем. Можем просто пока буксовать. Так, расход пока... Японский почему-то, не знаю почему. Ну, в каком-то месте. 9:30 утра, да? Ну, будем надеяться, что вырос. Да, вырос. Вырос. Энергии стало больше. Все хорошо. А, но у меня по-прежнему разлетается энергия просто вот со свистом. Медблок. Научное исследование завершено. Трансфер очков лояльности. 5 очков лояльности. Что бы это ни было, доступен новый модуль медблок. Погодите, я ему не задавал, что открыть надо именно медблок. Какого хрена? А, нет, я ему задавал, и он в него тикает, да? Ну, смотри, недостаточно... А, все, я нажал, чтобы оно было, да? Все, хорошо, я понял. А, спортзал. Беговые дорожки для поддержания физической формы экипажа. Спортивный тренажер. И очки вот эти, да? Да. Учебный центр. Набор интерактивных обучающих программ для персонала. Повышение квалификации. Ну, и новая комната, да. Рекреация. Мораль. Арктический матрас, мораль, ну короче такая, ботва, клумбы не нужны, большие каюты, забавно, но нужно 40, нет, спортзал будет потом, мне сейчас нужна, мне наверное нужна оборона, во-первых, ну вдруг метеорит налетят, да, во-вторых, мне нужно производство, наверное, нет, не производство, мне нужна астрогеология, следующий, 20 царик, да, а тут... Десяточка. Да, следующий будет оборона. А, погодите, она есть. Старт, ёлки. Ёшки-матрёшки, вперед. Так, у меня медблок. Медблок мне нужен. Медблок я построю... Или как хреновенько пролетело. Медблок я построю, наверное, где-то здесь, да? Хотя нет, лучше здесь, потому что тут живут люди, а тут живут машины. Поэтому медблок я построю тут. Come on. А что не могу построить? Так. А, могу просто, да. Оно не так отображается. Это все отображается. Так, тут я ставлю их близко друг к другу. Хорошо. Так, Баблинского нам пока не надо. По энергии заряжаемся. Заряжаемся по энергии. Хорошо. То есть плюс тут идет. Давайте я чуть ускорю. Так, уже сможем лечиться, это уже прекрасно. Что у нас за кромах станции? Вода есть. Комплекты есть. Скафандры есть. Ремкомплекты есть. Аварийный паёк, химикат и лекарств. Стал появился новый ресурс лекарства. Пищевых пайков хренилен. Отлично. А знаете что? Вообще я бы нанял человека. Ну, медика. Давайте, правда. А, сейчас вспомню, как это делается. Черт возьми. Снабжение, да. А люди. А мне нужен медик. Нанять. Я уверен, да. Корабль снабжения в пути. Так, хорошо. То есть я сгоняю корабль ради одного медика. А что поделать? Давай чуть ускорим. Стоп, что у тебя такое? Стоять. Радиация и чего? Да стой ты, собака. А, ну, короче, он это потравился. Будем считать так. Ну, у него какая-то инфекция, что-то такое. Он так и не вылечился. Так что медика я очень кстати запустил. Так, вот медик приехал.
Сборка завершена. Как что-нибудь еще? Конечно, что-нибудь еще. Медблок еще нужно строить дальше. Так, устройство для медблока. Защита нет, наука нет. Медицина. Ага, станция Т1, она одна такая. Мы ракетную установку зафигачили. Мы молодцы. Да, новый ресурс боеприпасы. Прекрасно. Да построй. А, погодите, у меня не хватает ресурсов. Так, что нам надо? Нам нужны ресурсы, будут вот эти. Комплект D, хорошо. А, тогда я строю немножко другой. Я модуль станции построю еще пушку. Защита. Арсенал. Да. Заряжающие. Ну, короче, нужно 20. Этих тоже нужно. 25. 45. Вот еще. Давайте соточку. Я этих привезу. И соточку этих. Мне кажется, будет хорошо. Так, закрываем. Снабжение. Закрыть. А что, стыковка? А, ну вон. Закрыть. Снабжаемся. Погодите, он еще не ушел. Иди отсюда. Ты не нужен. Иди отсюда. Так, медик есть, но... Он не может работать. Ладно. Он пошел сюда. Интересно, они спят на кроватях один другого или не спят? Ну, с тем, чтобы... Допустим, у меня 5 человек, чтобы они 4 кровати как-то между собой делили. Мне было приятно. Так, ладно, комплект М. Соточку, да? Комплект D. Дай тоже соточку. Так, боеприпасы. 76. Все приведем. А, хорошо. Что еще надо? Пайки. Полчок. Полчок. И напитки. Сумма заказа 40 тысяч. Пипец. Ладно, поехали. Да, я уверен. Прощайте деньги, да? Двадцатка осталась. Ладно. Это все было нужно. Потому что ну тут ни хрена нету. Так, арсенал я исследовал, но мне нужны просто тупо еще очки исследований. Чтобы следующее, по-моему, двадцатку нужно на производство. И мне хотелось бы что-то уже прям производить, потому что я пока работаю в минус. Я трачу деньги и работаю в минус. А это плохо. Так, что у нас тут? Ну, энергии, кстати, не вагон запасен. Ладно. Давай, разгружайся. Пошла разгрузка. А загрузка пока не идет, потому что мне вывозить нечего. Закрыть. Прекрасно. Все пришло. А, давайте строить. Что нам надо строить? Нам нужно строить устройство. Одного хватит. Так. Еще нужно строить производство. Не то, вот это. Обслуживание нет. Рекреация. У меня все рекреации, да, все три. Защита. Во-первых, арсенал. Во-вторых, пушку. И тут, блин, вопрос. Пушек-то надо много на самом деле. Но у меня пока будет только одна пушка. Пушка, куда деваться? Так, мне нужно, я вот тут строил, да? Вот эту штуку, связи. Энергия. Не, ну с энергией-то понятно. Не построили еще энергию. Хорошо. Тепло. Кислород. Каждый этот агрегат на две работает. Поэтому вот так. Погнали туда тепло и кислород. Ну, туда придет инженер и починит, наверное. После чего у нас можно будет уже лечиться. Потому что там больной товарищ все еще ходит. Все еще ходит и болеет.
Так, вторая скорость норм. Пайки, кислород дохренища, это что, вода? Берем комплект. Ну, основные 4 штуки, да, я понимаю. А почему-то у меня... А, ученые там болеют. Они, небось, там начихали уже друг на друга. Так, уже следующий день. В батарейках есть электричество. Норм. Так, а связи по энергетике у нас как работают вообще? Сбор окончен. Я рад. Логистика. Так. Энергия. Ну вот это у нас самая богатая штука. Пойдем, давайте ее сюда. Так, да, я еще хотел посмотреть по энергии. Вот по этой. Ну, все подключены ко всем. Тут вот. Что хочешь, то и твори. 72 мы вырабатываем. Может, со временем заполнится все это. Так, хорошо. 7, и мы кого-то уже лечим? А, пилюльки. Пилюльки. А есть пилюльки? Нет пациента. Я логистику включил. Логистика работает. А, запасы. Блин, я не хочу корабль гонять еще раз. Пилюльки. Ну, пилюльки есть. На станции 0. А, это там. Гаить, количество где? Собака его знает, да? Пилюльки нужны. Цена у нее 240, между прочим, пилюлек. Однако... Ладно, корабль полетел снабжение. Так, хорошо. Пилюльки будут. А мы пока погнали на второй скорости. О чем мы погнали на второй скорости? Ракетная установка завершена. Я рад. А что на нас на складах? Ресурсы. Боеприпасы. 76 штук. То есть мне их производить пока не надо. Бытовой мусор. Если что-то можешь сделать. Не понял, но он вроде не... Не перерабатывается пока. Так. Значит, с пайкой все хорошо. Лекарства сейчас придут, боеприпасов 76, это хорошо. Так, строить. Погодите, а что было? Загрузчик боеприпасов. Тыц. А вот тут не надо? В арсенале. Гаить. А тут не надо. А там... Ну, по виду тут что-то ставится. Ну, что там ставится, я не пойму. Не эти. Или арсенале, в арсенале ничего не... Ой, не в арсенале, в башне в самой ничего не ставится. Только тут. Ну, не знаю. Так, мне тут нужен еще один вот этот вот агрегат. Подогревающий, закислородивающий. Там корабль прилетел с лекарствами. Чтобы тут как-то работало, потому что, не знаю, загрузчик боеприпасов, он работает в автоматическом режиме или нет, я не знаю. Этому пилюльки хватает, да. Ну, сейчас все будет. Корабль прилетел. Это прям совсем больной ходит. 9. 10, отлично. Нет, там 20 надо. Там 20 надо по науке. Так, оборону я жахнул. Бронепластины, это потом. Это все потом. А, продвинутые же обеспечения. Не знаю. Что дальше? Не знаю, что дальше. Так, а астрогеология 20. Ну, до 20 нам еще пухтеть. А, так, логистика, я так понимаю. А тут энергию надо. Ну вот эту как самую богатую. Че у нас тут расход? 18, 12, 10. На самом деле это меньше расход. Но потом доберемся. Надо ли в турели греть? Не уверен. Вот тут, наверное, надо. Но опять же, тут никто не ходит.
Что там у нас? О, во, лечится товарищ, смотрите. Прекрасно. А чё, такой сутулиный пришел. Так, у этого немножко радиации, да. У вас там же есть список товаров, экипаж обновлен. Хорошо. А, блин, ну что ж ты пробелом-то не поузишься? Это плохо. Так, тут не написано, какая кнопка поузить? Не написано. Вот это вот чего-то странное. Чем страдаешь-то? По-моему, игра задумалась. Селена Смит. Игра задумалась, блин, игра прям там крутит. А, перки, нет, не перки. Что у тебя с... О, простуда. Ну, мы тебя сейчас сделаем, все тебе сейчас сделаем, отлично. Может мне еще один поставить? Одну лечилку? Не, на самом деле все запущено, потому что... Потому что долго не было медстанции. Ладно, давайте я поставлю еще одну хреновину лечительную. Потому что, ну, реально. Надо лечить народ. Так, а сколько людей у меня на станции? Тут где-нибудь есть счетчик? У меня счетчика нету. Одна недовольная рожа, это я понимаю. Вот это вот что такое, опять-таки, не знаю. А сколько людей? Непонятно. Автосохранение, хорошо. Так, Инж пришел все делать. Просто у меня ученый лежит вот. Тифозничает. Вот ты что пришел стоишь? Пришел, собирай. Или это у меня инженер какой-то лежит? Ну, не инженер, а как его назвать-то? Механик. Механик. Я несколько не знаю, как его выделить, он не выделяется. Я даже не знаю, кто у меня там лежит. Так, ну я могу выделить кого-то другого и полистать, да? В это вообще тифозник ходит, смотреть на него. Ну чего, ну неужели инженера-то нету, а? Ну соберите кто-нибудь станцию-то еще одну. Ну что за хрень-то? И там никто не собирает. Сто пудов это инженер лежит. А чё к этой штуке не подключено, хотел бы я знать. Подключена энергия. Дай подключить логистику, наверное, надо, да? Вот так, наверное. Логистика. Кислород. Отлично, станция сделана. Так, логистика. Энергия. Кто богат, вот этот богат. Тепло. Ну тут погреем. Кислород. Кислород. Вода. Этим не нужно. Логистика тут работает. Ну, нормально, вроде перестала моргать, видите, все заработало. Пошла загрузка, мне кажется. Прекрасно. А станцию надо вот эту подключить, я что-то это тормознул. Логистика. И энергия. Лекарство ресурс полностью исчерпан. Хрена себе, вот лекарство жрете. Ладно, давайте сюда. А это что у него над ним мигает? В сортир ему надо, так беги. Нет пациента. Блин, мне бы одного хватило. Ну ладно, пофигу. Хватило и хватило. Так. А это что такое мигает? Аварийный генератор. Сломанный, не работает. Требуется ремонт. Ладно. Так, давайте питание вот этой штуки пока выключу.
Так, у меня есть еще тифозник. Починил, вроде работает, помощь нужна, не нужна. Это радиацию огреб, не страшно. Нет, смотрите, он с легким. Нет, давайте тогда включать питание. Ресурсы. Да, смотрите, все лекарства нахрен ушли. Вот так вот. Так. Снабжение. Лекарства. Давайте. 12, а что? 12. Почему 12? Но я хотел 20 на самом деле. Но пусть будет 12. Нет пациента, блин, а ты загрузи пациента. Ну что, надо на каждую штуку по врачу или один может? Я не знаю. Но если два врача надо, то это трындец. Ну-ка. Да, смотри, он пришел. Лечить меня, говорит. Ну и хорошо. У тебя чего? Слушай, мне прям уже интересно, что у него? Может, что у тебя? Где он? Погодите, он зашел в скафандр? Или это клозет? А, душ, туалет, я понял. Все нормально. Все нормально. Он нашел свое счастье. Все отлично. Баблища мало. Вот что плохо. Ну ладно. Так, это с радиацией. Ну вот эти вот тифозники лежат, все нормально. У этого кашель, у этого какая-то инфекция. Врач их вылечит. Врач какой-то пошатанный. Смотрите, у него понурая походка. Но мне кажется, тут у них у всех такая. Ждем, все работает, но я пока больше ничего не могу строить. Я построил оборону. И на этом пока все. Да, да. Дело к ночи. Батарейки садятся, видите? Батарейки садятся. Вот тут энергии, кстати, до хрена. Не знаю почему. Я вообще с энергией что-то тут не очень понимаю, как эта шляпа работает. Как бы все ко всему, но то все ко всему очень странное. Ладно, опять-таки солнышко придет, зарядится. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Мне нужно, чтобы ученый, который там, блин, лежит, собак комнатный. Че у вас тут? Я че, он больной-то пошел, недолеченный. Вскочил и пошел. Нормально. Иди лечись, собака. А, или у них как-то процедурами идет. То есть они спать ходят туда. Мне 20 надо вот этого вот. И потом надо систематизацию данных жахнуть, чтобы у меня были деньги. Так, а давайте я свяжусь с кем-то зачем-то. А я могу что-то купить, правильно? 20 денег. Ну ладно. А, давай с тобой. Greetings. Обиночку лояльности, нет проблем, давайте обсудим. 50% скидки на базе снабжения, у меня как раз десяточка. Мне нравится, поэтому давайте. Блин, вот я на 60 тысяч тогда жахнул. Знать бы заранее, да? Так, все. Увидимся. Ну вот, я очки потратил, а теперь становить каким... Цены у меня вдвое должны были упасть. Вот я недавно покупал аптеку. Аптеки нет, никакой-то, это нет. Упал же? Нет. Обновление 48 часов. У меня нет связи с другими ванпостами, да. А я не знаю. Просто тут нет лекарств. Мистика. Но были же лекарства. Или я все купил? Тут я хотел посмотреть, а они там сколько, 240 стоили, вот сколько они теперь стоят. Хрен знает. Ладно. Ну, будем считать, что цены упали наполовину. Я же могу в это верить, я могу в это верить. Так, давайте ускоримся еще. У этих... А! Опекун. Ранее задание провалено. Оно по времени было, елки. Ну ладно. Понизили репутацию, да. Увы, увы. Один довольный, один недовольный. Остальные какие? Умершие? Не знаю. Но репутация провальная, это, конечно, жопка.
Смотрите, это не мигающее электричество, нет, у нее все хорошо. Так, ну просто в ту сторону она не добьет, если что. По 7 в каждую. Ты сколько вырабатываешь, зараза? Ну, я даже не поленюсь включить вот так. 12, 12. Это 24. Ну, так 21, ну примерно, да. Так, там включилось всякое. Очень интересно, что тут обогрева нет. Уровень загрязнений. А что убирает уровень загрязнений? Я не знаю, что-то убирает. Остыло за ночь. Слушай, у меня получается, мне надо кучу батарей, что ли, брать еще? С того чего? И что, я тебе приказывать не могу, чувак. Иди лечись. Тоже мне. Я в критическом состоянии, помогите. Иди ложись в больницу и лежи. Я не пойму, почему... А, применение лекарства. Нормально. Они как-то странно лечат. Неудача. А, у вас неудача может быть. Вот чего. То есть он применяет лекарство, он то ли вылечит, то ли не вылечит. Черт его знает. Вот оно как работает. Ну-ка. Опа, исцелился. Метеороиды. А пушка? А что, пушка не работает, что ли? Что такое режим покоя? Ты можешь быть автоматической пушкой? Режим покоя. Надо было смотреть, я просто, ну, к сожалению, на ускоренке проскочил. Ладно. Ну, я думаю, починит. Ремкомплекты есть? Я думаю, починит. Так, и опять койка. Блин, ему не везет, этому товарищу. Ну, ладно. А чё все мигаете? Вышибло одну батарею, я так понимаю, да? Мало же, все не ремонт. Чё чиним? Чиним снаружи или как? Ладно, сейчас починить, пойдем. Сияет как новое. Это починили с улицы. Теперь надо вот эту штуку чинить. Батарею. Мне вообще было бы зашибись, наверное, еще одно жизнеобеспечение построить. Но мне кажется, у меня просто не накапливается столько энергии в этих батареях. Так что, наверное, мне стоило бы построить. Смотрите, вот это полная батарея, да, вот это никак не заполнится. Стоило бы построить, наверное, еще вот эту вот солнечную панель. Не то, чтобы очень хотелось, но надо. Надо. Так, Селина Смит погиб. Это ученый. Ну, не повезло, что я могу сказать. Сначала не было лекарств, потом не было энергии. А нужно закупить тогда еще людей. А вот экипаж, кстати. Три тела, два техника, один медик. Мне нужен ученый. Так, доставка. Что у нас? Смотрите, 4 часа до обновления. Давайте я подожду до обновления, потому что мне нужно... мне нужны медикаменты некоторое количество. Да? Что у нас медикаменты? Лекарств 7. Да, я бы медикаментов взял. И вот его на самом деле взял. Комплект F. Ждем.
Тут, к сожалению, нельзя вот так по пробелу выключить. По пробелу я в центральную точку прыгаю. Мне это не нравится. Я бы хотел, чтобы по одной кнопке сработало, кстати, погасло. А, нет, просто я далеко отодвинулся. А что, никто не хочет починить вот эту вот? Ладно. Погоди, уничтожим? Общинить нельзя? Мне кажется, можно. Так, 4 часа, 4, 4 часа прошло, нет, там 4.30, по-моему, должно быть, да? Там же половинка была. Тот куда-то идет, зачем-то. Вы не хотите починить, народ? Или это нельзя починить? Я даже не знаю. Батарея уничтожена. Ну, давайте разобрать нажму. Да, ок, разобрать. Так, ладно. Подведены тут. О, лочки лояльности. Закрыть. Прекрасно, прекрасно. А, маленькая скорость, да. Угу. Снабжение. Поперли. Лекарства. И что, цены в два раза меньше стали? На 240, как и было. Так, мне еще нужно там сиду еще зашибись. А мне нужен медик снова. Дешевый. Уровень 1. Да, они все уровень 1. Что не так? Интеллект. Интеллект. Личность. Меланхолик. Медленно снижается бодрость. Да, хорошо. А, заказать. Боты? О, как. Корабль снабжения в пути. Поехали. И будет два техника. Ну, 4 человека того будет. Я не знаю, почему техников нету. Вот что. Ну, то есть они не делают что. Назначение. Что назначение? Куда назначение? Непонятно. Народ, вы поработать не хотите? К вам, у вас столько дел? Они тут ходят такие... Скафандр у вас вроде как тоже есть. Просто у меня нет энергии тут. Фигня сплошная. О, наконец-то работать начал. О, зараза. Я вот этих не взял. Ну ладно. Так, давайте по связи жахнем. Так. С тобой чего? Hi there. Can I help you? Тебе привет. Дай кое-что обсудим. I have something for you. Ну, баблище по начке лояльности. Скидки на базе снабжения. На какой? 42. Я могу, но они важны. Okay. Anything else? Да не, ничего. Увидимся. See you next time. Так, вот с тобой чего? Online. Что я могу на свои 42 очка снабжения выменить? You think it helps you? Во! Something interesting? Вот, вот мне это мне хорошо. Так, а ты мне что можешь на очки лояльности, мне интересно. Well, hello. Well, if I can help. Факты не нападения, понял? What? То есть оно у меня еще не нападать не надо. Take care. Понял. В принципе, понял. Давай, поехали. Закрыть. Ну вот, 25 тысяч бабла я получил, прекрасно. Батарея готова, батарея разобрана, я понял. Устройство, наука, комфорт, жизнеобеспечение. Нарик. 13, едит к си... А, нет, нормально. Я ж половину-то получил. Тридцатка, это я не туда посмотрел. Собирай давай. Я еще вот эту сделал, я вообще молодец. Сейчас он соберет, я все подключу заново, и у нас будет счастье. Давай, 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 давай. Simply completed. Отлично. Малой скоростью, погнали.
Так, а что нам нужна энергия? Все ко всем, да. Этих тоже надо запитать. 24, 18, 10. Ну, такое себе. Давайте тут тоже запитаем. Все ко всем говорить? Так. Это еще не все. Что у вас тут? А, логистику надо, да? Ну, с логистиком норм, тут что-то кислород мигает, непонятно. Ну ладно. Все, по идее, все должно работать. Почему на эти двух кислород мигает, я не знаю. Че, кислород у меня пока есть. Все, Паш, что тут лечится? Давай, применяй лекарство. Хорошо, применяй лекарство. А че у меня два... Погодите. Я второго медика нанял. А мне нужен ученый. Фу, не кидайте меня тапками, как говорится. Ладно. Люди. Ресурсы. Комплект. И этот надо. Двадцатку. Вот этих... Полтинник? Да, этих полтинник тоже. Да, блин. 50. Что еще? Вода. У меня 147 на станции. Ну, так пока нормально. А жажда не страдают напитки. Ладно. Скафандров на станции 3 сойдет. Ремонтный комплект, да, пяток. Лекарства 240, как и были. Десяток. Боеприпасы есть. Ну, все хорошо. Заказать. Да. Ну, вот, в принципе, жизнь налаживается. Ждем корабль. Так, над одним кислород. По-моему, теперь над другим мигает, да? Мигал над этим, теперь мигает над этим. Что им с радиацией делать, я пока не знаю. Корабль пришел. Так, что у меня с народом? У меня будет 5 человек, да? Мне сейчас все тут привезут. А я бы медик-то одного тогось. Уборщики еще есть, знаете. Так вот. Уборщики, медики. Что такое производство? Да, биологи. А, производственники, да? А оператор это дронами рулить. А боты это черт его знает. Да, ладно. Я вот думаю, может мне одного медика-то уволить. Мне два-то не надо. А с другой стороны, вот тут у меня две вот этих агрегатины. Я отнюдь не уверен, что один медик на двух может работать. Вот чего. Но один явно лишний. То есть он у меня деньги-то тянет. А толку с него мало. Состыковался. Пошла разгрузка, пришел человек. О, у меня появился ученый. Ладно, два медика. Блин, один дармоед. 100 пудов один дармоед, но я его, наверное, уволить-то не могу. Давайте снабжение посмотрим, да? А, ладно. Корабль еще не улетел. А где ученый? Меня привезли ученого. Вот он стоит, разминается. Хмыридло. Иди работай. Ничего не делает. Дятел. Нет ученого. И уже радиацию успел отправить.
Ну, понятно, ночь у него, ну, 11 часов вечера, у него сейчас нет работы, да, ладно. Так, это люди, которые у меня. Это не то. Так, вот мои ресурсы, экипаж. Но. Уволить. А, вот любого могу уволить. Так, кто из вас хуже? Ну, вот это дешевле, это дороже. Какой лучше, черт его знает. Навыки. 63-62. Я вот этого оставлю. А что за галочка? Непонятно. Личность. Сочувствующий. Высокая вероятность положительного завершения разговора. Не знаю, что такое. Мораль. Я бы вот этого уволил. Он мне все меньше и меньше нравится. Нижний. Давайте. 12 дней осталось. Не могу условить из-за условия контракта. 12 дней осталось. Могу уволить в любое время. Селина Ушак. Ну, Селина Ушак мне больше нравится, на самом деле. Пусто. Пусто. Но энергичный. Ладно, давайте Ушак уволим. Уволен. Все. Свободен. Мне просто лишние люди, мне на станции не нужны. А, и чё? А чё инженер там стоит? Чё завис-то? И выйдет в открытый космос? Нет? Уволен вон. Уволен, да. Совсем нечем заняться. Есть идея? Не знаю. Нет идей. Погодите, уволен и в космос вышел? Нет? Мне очень интересно, где оно. Стойте. Так. Она телепортировалась прямо оттуда, что ли? Серьезно, ее нету. Вот еще он их хренью сидит, страдает. Вот инженер тем же самым занимается. А чего вы себе бездельничаете? А, ну 2 часа ночи, понятно. Я хочу дождаться, чтобы ученый пошел вот сюда куда-нибудь. Мне прям это очень надо. Ну, телепортировалась, короче, она. Ушла в космос и все. В конце. Так, энергии где-то не хватает. Ну, правильно, 0, поэтому не хватает. Так, давайте по связям энергию жахнем. Так, энергия, энергия, энергия. Логистика туда, энергия сюда. Вот так. Ибо нефиг. Этому теперь не хватает, да? Ну, давайте еще в энергию. А смотрите, не дает сюда энергию. Она есть, но... А, все, есть. Эти два вырубились. 5:30 утра. Батареек, черт возьми, не хватает. Все-таки на всю эту смену не хватает. Так, выключить. Что теперь, ты так будешь мне мигать с питанием, что отключено? Спасибо тебе. Разобрать, пошла нафиг. Все равно один... О, шесть... А, это шесть обратно повезли. В нем лежало. Все равно шесть... Ой, шесть, все. Один медик на двух этих станках работать не может. Как я понял. Ты что мигаешь? Готово. Ну, готово. Все, ученый пошел фигачить, смотрите. Все нормально. Ой, пролетел корабль. Так, но мне еще придется ставить модули жизнеобеспечения, потому что демонтаж завершен. Прекрасно. Я рад. 18. Ну давай доделывай в процессе. В процессе, в процессе. Мигай, мигай. А больных, я смотрю, нету. Больных нету, все хорошо. Может, какое-нибудь задание у кого-нибудь попросить? Давай попросим задание. У хотя бы этого. Greetings. Обмен. Задание есть? Автоматическая пушка Т2. За 4 оборота надо сделать. Вот теперь за время. Я смотрю, да.
В принципе, неплохо, но мне... я не хочу пушку. Хуйся. Ты. Hi there. Can I help you? Задание есть? Производство. А не могу, потому что у меня нечем. Увидимся. See you next time. У тебя? Online. Time is money. Время деньги, согласен. У него заданий для меня нет. А, у него лояльность тут на бабло можно обменивать. Для тебя чего? Да, блин. Задание есть? Исследование. Переработка. За 5 оборотов. Переработка. Это интересно. Давайте. Take care. Потому что я как раз собираюсь исследовать переработку, если что. 19, сейчас 20, и я пойду переработку исследовать. Давай, 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 последнюю пимпочку. А, в процессе у него, видимо, провал был сейчас в учебе, да? В учебе, в исследовании. Ладно, фигачим. 20, есть. Малая скорость, наука. Производство. Переработка-то не тут. Переработка не здесь. Добыча. Переработка. Переработка. Деликатесы, да. Черт. Вот, производство. Оу. Похоже, у нас упадет репутация, да. А что я могу сделать? Ничего не могу. Астрогеология. Добыча газа, добыча полезных ископаемых, передовая наука, техногенезис, наногель, коммуникация. А, не все понятно, что куда ведет, но да ладно, производство тоже надо. Космофермы, там же ранину буду получать, видимо. Модульная сборка. Производство пищи. Сам производить, да, здорово. Автоверстак-то 2, где просто автоверстак? Выше где-то, да, вот тут где-то. А, чуть-чуть приближает. Нет, не чуть-чуть, смотрите, сильно приближается. Перерабатывает руду в металл. Плавильня. Слушай, я автоверстака не вижу. Первого. Второй-то вижу. Автоверстак-то два, вот он. А, вот автоверстак Т1, да, он отсюда идет. То есть сначала надо будет производство жахнуть, а потом, да, я понял. Но я хотя бы сейчас по добыче пойду. Уже хорошо, да? Уже. Так, ну, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.